Алоха, друзья, рад приветствовать вас в уголке любопытного геймера. Для меня прошло буквально несколько секунд, для вас, возможно, день-два или, а может и меньше, а может и больше, не знаю. Собственно, мы продолжаем с того же самого момента, с которого закончили. Напоминаю, у нас, собственно, на хвосту там несколько десятков засранцев, которые так и жаждут получить от нас люлей волшебных. Вот, мы убегаем от ментов, я это дело записываю на запись. Собственно, поехали, чё? Чего бояться нам, ну? Я только что, вот вы как видели, да, пролетел заграждение. И сейчас продолжаю баловаться с этими товарищами. Господи. Господи. Это что? Это джип? На тебе джип. Нет там джипа, я ничего не видел. Жик. Главное не пропустить момент, когда появятся эти джипы отмороженные. Ну чё ты в натуре, ну? Куда-то он свернул. Ехал по прямой, никуда не сворачивал. Давай. Упс. Да, только что проскочил. Воу. Жик-жик. Офигеть, не встать, ну. Это был прям эпик в натуре, ну. Да ну чё, ты издевайся, под кольцо едешь, к которому я не еду. Или чё? Да, все окей. Вот ради этого я оставляю закись азота. Чтобы если что. Глупануть, тупануть. Так, тут нету шипов, да? Поехали вот так. Четверка, блин. Четверка. Оттас. Воу-воу-воу-воу-воу. Не разворачивайся. Так. Не надо так. Так, вот это уже дело опасное. Тут еще машина нам мешает, поэтому я все-таки пролечу нафиг и ничего не буду. И мы теперь как вертолет летим, 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 да? Ой, сколько там машин остановились все. Все остановились, все прям нас пропускают, но как президентский люкс прям. Да, запрашивайте у него информацию. Он сам все знает. И меня никогда не потеряет. Так, ой, сейчас кому-то не поздоровится. Ядрен батон. Да, через ограждение, так. Меня таранят. Таранят его. Помогите кто-нибудь ему. О, нет. Граждане тунеянцы, назад, 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 назад. Да. В другой жизни. Сейчас ты мне. Сейчас я вам, а потом я еще раз вам. Упс. Ой, вовремя, как я развернулся. Ой, господи. Господи, одуреть. Что я тут творю? Не-не-не-не-не-не-не, никуда я не скрывался, братишки, я тут. Ловите меня полностью, я весь ваш, ну. Ну уже, ну. Ну вот, кто-то там меня упрекал в том, что они будут умнее. Пожалуйста, ребят, четвертое вот это вот, собственно, накал страстей этот. И что я вижу? Нифига я не вижу. Они тупые, как валенки, на прямом месте меня теряют. Просто читерят больше, вот и все. Ну же. Ну же, ребятки, блин. Я не успею заработать столько ущерба на машинах этих вонючих. Вот уроды, а. Все испарились, блин. Я что, всех ментов перебил, что ли? Алло. Алло.
О, о, мой чанс. Есть контакт. Отлично. Спустя полгода кто-то осмелился меня поймать. Так. Система Ниппель. Нет, нет, нет. Да чтоб тебя. Вот сейчас меня машина подведет 100 пудов. Блин, благо закись была, одуреть. Нет, 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 сзади, 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 газ, 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 газ. Уф. 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 Да, не подпускает. Я вам что, пидерас, что ли? Так. Фуф, это было на грани. А, вот это тоже было на грани. Но я это выдержал. Ребятки. Не, ничего, если я тут. До конца тормозить не буду, и ну вас в жопу. Ну как? Отлично. Кто-то сообразил. Интересно, это джип или нет? Нет, мигалки, по-моему, не джип. Упс. Что-то я сейчас там видел, и это было очень-очень опасно. Вы, ну, ну же, ну же, ну же, ребятки, ну. Ну давайте ехайте за мной, ну. Отлично. Не... Сейчас в прыжке так завернем. Круто. Так. Вот тут пролетим мы. И вот тут пролетим мы. Сюда завернем. А вот там вывернем резко. И закись, 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 закись. Да, 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 приступай. Я весь ваш. Прибыло. Так. Это дополнительные халявные отчучки нам. Опаля, опаля, отлично. 15 штук за шейдон. Он прорвался, а что ты скулишь-то так? Ой, ой. Ты откуда, чувак? А, у вас же тут полицейский участок, я забыл. Братиш, как я мог вообще забыть такую, такую несправедливость? Опс, я записываю, кажется. Добрый день, дорогие друзья, рад представить вас в уголке любопытного геймера. Сегодня с вами Ичи. Упс. Ха, странно. Я же вроде, да, как-то там, вроде... В общем, ладно, фиг с ним, с этим. Приветствую. Друзья, случилась непоправимая игра. Опять зависла, и вы это видели в начале серии. Я их просто склеил, два кусочка. Вот, я решил порекольнуться с новым приветствием. Конечно же, как вы видите, наверное, да, весь прогресс от наших гонок испарился. Ништяк. Весь прогресс, конечно же, испарился, и мне пришлось заново, точнее, придется заново играться с ментами. Именно поэтому я не особо люблю записывать гонки с ментами, потому что в прошлый раз, вот когда я играл, ну, еще для себя когда-то, у меня такая же хрень была, игра постоянно зависала. То есть там наиграешь, там, не знаю, 3-4 миллиона. Скажем так, тупо сядешь, чтобы тупо погонять с ментами именно. И вот игра такой же фокус подкидывала. Просто нафиг зависала. Ну как так? Слишком медленно. Блин, а? Давайте этот попробуем. Блин, блинский. Не отвяжутся ведь теперь. Как раз, два, три, четыре, пять. Понятно, нам, в принципе, их не обязательно проходить. Ну да ладно. Нет, я пройду вот эту штуку. Я ее хочу пройти просто. Упс, это другая как раз вот штука. Или это же? Кэмден, нет, это другая штука. Печалька. Я не знаю, 280 этого хватило, нормально.
Нормально. Сейчас я качусь не просто так. Я коплю закись. А потом мы попробуем. Потом мы попробуем заново. Так. Чтоб не накликать беду, предпочту-ка я сразу стартовать. Так вот, я, может, неправильно или не до конца пояснил, игрушка зависла полностью, и вот то, что вы начало серии видели этой, там 7 минуток записалось с ментами, как боролся, продолжение, вот, собственно, я не смогу это продолжить, потому что игра зависла нафиг, да что такое, блин, сколько тебе там километров надо? Странно. Давайте с горочки тут съедем. На встречку выйдем. С буксовками. С буксовочками. Так. Так. Ну давай, 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 давай. Еее, сколько мы там? 247, этого хватило, отлично. Так, теперь, я думаю, с ментами можно побаловаться. Продолжить, так сказать. Нифига себе ушла. Это было круто, что-то берем. Надя. Ладно, с ментами насильно уже будем драться сейчас. Так что столкнитесь. Да, столкнемся сейчас. Вот уже первый есть. Стоять, стоять, стоять. Вот так. Поехали. Поехали, братиш. Опа. Опа. Оу, еее. Я гениален просто. Да-да-да. Тебе просто повезло. Ну ты чё? Тоже вырезался, что ли? Ну. Поехали, поехали, поехали. Отлично. Как ты разогнался, красавец прямо. О, я еще раз врезался. Поддавки тебе. Давай, давай, начинай задержание там. Объект пытается уйти. Спорим, чувак, если я вот так вот сделаю сейчас. О, да, ты его упустил. Ты меня никогда в жизни не догнал тут. Йо-хо-хо. Да, я не выполнил ничего. Ха-ха-ха. Да. Сейчас такой полет будет, Гагарина. Нифига не полет. Фуф. Так, ладно. Еще раз пробуем. Давайте, вот это, что это? Не знаю, что это было, ну ладно. В любом случае, мы выполним. А-а-а. Разбить 6 полицейских машин. Так, одну полицейскую машину угробили. Зря, наверное. Что ты говоришь? А чё так, братиш? Эх, пока начнется тут настоящий замес. Так, увеличь свой рейтинг на 325 тысяч. О, давайте вот это. Чё, братиш, мы с тобой клоны. Есть контакт. Ну. Я знаю, что я делаю. Я серьезный тип. На обочину, на трассе. Ты чё, чувак? Упс. Да-да-да. Я на задней быстрее ездил, чем ты спереди. О, еще одна тача. Йо-хо-хо. О, да-да-да, да.
Какой скрылся? Ты о чем, братиш? Да, где-то в твоем квадрате. Ну ты чё в натуре? Чунгачку, блин, после колючку. Да вот он я. Ты чего вообще? Ого. Но. Да. Оу-оу. Так, неожиданно появился, откуда не возьмись. Ой, что тут было сейчас? Да. Поехали, поехали. Наверное, я буду кусочками проходить, чтобы на всякий случай сейчас подниму рейтинг, а потом... Блин, промазал. А потом тупо... Так, вот на всякий случай эту бахнем. Ну, мне стукнуть его надо. Лично. Да. Все, что есть. Я не шучу. Все, что есть. Вот гадя Петрович, хреново, не взялись. Не купили. А нет, купились. Бум. Всегда действовало. Воу, куда это полетел я? Да, новенькая. Охотно верю. Блин, главное, ты не потерял бы меня, придурочный. Ну. О, о, о. Тихо, 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 тихо. О, новенький. Поцелуемся. Повышенная агрессивность. Он очень опасен. Телефонные будки не нужны. Все пользуются мобильниками. Ну, ядрить, колотить, ты куда поехал-то, чурек, блин? Да тут я, куда я ушел-то? Стой, партизан, стой, говорю тебе. Блин, охренеть. Кто за кем гоняется в натуре, ну? Ой, гадя Петровича, хреново, блин. Ну, стой, ну куда ты поехал, говнюк? Краб, блин. Эх, в натуре, куда он подевался, блин? Передайте, где вы там находитесь в этом. Ни одного скучно тут. Без вас. Аллилуйя, ну же. Ну же, ну же. Есть. Где ты тут? Все, засчитали, что я тронулся до него? Ишь вы какие? Ишь вы какие? Трожопые какие, а? А до этого вы как? Пешком ходили? Блин, там был... А, чё? Ну... Ну куда заграждение-то испарилось? Ёперный театр. Йо-хо-хоу. Жих. Ты-три-ты. Ну чё ты? Ну в натуре. Да, я уйти-то мог, ребятки. Блин, еще и... О, слава богу. Так. Yes, yes. Да.
Я не знаю, что это произошло. Да. Но это определенно круто было. Так, главное, чтоб... Хотя, ладно, фиг с тобой. Отлично. Вот так вот, сразу двоих заденем. Отлично, сработало. Ну, о. Упс, я ж вроде не серьезно-то ударил, ну. Окей, поехали. Следуйте за мной, братишки. Если игра не зависнет, я вам даже шанс дам поймать ее. Оу, там джипы были, видели, да? Так они опасно появляются вот так вот. Неожиданно, скажем так. Нифига себе, да тут каждого этого обычного водителя ловить надо. Вы видели, да, что он там делал? Так, тут, кстати, тоже. Ну, я надеюсь, если... Да. Так, где у вас тут? Заслон, где у вас тут? Чувак, не ломайся только, окей, да? О, черт, вот это я реально не заметил, ребятки. О, давай, давай, заки здесь. Не заметил я эти джипы гребаные. Честно, честно. Так. Сейчас я буду мстить. К9, паразиты. Еще бы. Блин, целых 325 тысяч набрать надо, отдуреть. Пуш! Так, чуть-чуть так бахнем его, ну. Да, объект прорвал заглаждение. Отлично. На тебе, падла такая. О, вы видели, да? Красавец, просто красавец в натуре. Так, кто из них тут? Не готовы. Так. О, нифига не там. Очуметь не встать, это было эпик. 45 штук. Так. Я уже разнес магазин, а где вы? Отлично, поехали. Оу, щит. Так, еще одного дотронулся. Да, пора. Так, шипы, да, я так и думал. Не! Там за мной едете? Едете? Все окей. Есть идея, есть Айкея. Так. Не! Полетело. Так, не вздумать ни в коем образе ехать на зеленку. Меня там тут же поймают на этой машине. Impossible. Буш. А как бусик подлетел. Думаю, нашим копам понравилось. Едет по кампусу. Ууу! Четко прям их. Обоих накололо, они так, все оба прям, что один, что в другой в бревно врезались. Быщ, круто, чё. О, это опасно уже. Де. Остановите вы меня, да. Не потеряйте хоть. Чурдеки Петровичи, хреново, ну. Он не мог уйти далеко.
Такая куча ехала, блин. Не, а почему у него шипы не поломались, а? Нечестно. Так, я все, по-моему, выполнил, да, я тут? Я так понимаю. Ю-ху-ху. Сейчас специально проедемся тут. Это, знаете, этот было? Газонокосилка. Так. Я мою машину, и я тут ни при чем. На-н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 а. Я думаю, нам хватит там около ляма, может, заработаем сейчас. 340, 187, 440, 100, 540, 100, 640, 100, 740. Смотрите, в натуре около ляма заработаем. Да. Пыщ. Пыщ. Кросс. Я думал, что вы гонщики, большие эстеты. Вы пендриваетесь, бережете репутацию. Ну, что это такое? И машина убожества. Знаешь, у нас вроде какие-то детали от угнанных были. Опять попадешься, поищем на стенде. Так что попадайся поскорей. Ой, ой. О, ну да, ну да. А, ну да, мы же можем сейчас соревноваться, по-моему, насколько я помню. Да, мотуре можем. Ну чё? Думаю, стоит перекраситься и самое оно. Показать ху из ху в натуре. Так. Давайте глянемся. Покраска. Давайте, не знаю, черный выберем машинку. Черный будет, черный машинка наша. Так, а кузов у нас будет наоборот белый в натуре, ну. О, такая штука будет, ну. Теперь будет черным говорить нас. Так, не-не-не-не, назад. 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 Все, хватит. Нафиг. Надоело красить постоянно. Так, и двоечка. Что у нас истребитель? Дрэк Рейсинг истребитель. О, Дрэк Рейсинг. Ну ладно, фиг с вами. Сперва обычная гоночка. Вот так. Так, все тихо, ну спокойно. Сейчас вылетит откуда. Да я так думаю. Не, смотри, спокойно подъезжает тоже. А где у него швабра на голове? Он что, побрился? Одумался? Ну да, ну да, ну да, сейчас. Там дзинь! И мы побежим, поедем там со всей скорости. Вот в этот поворот. Да, тут я ему проигрываю, конечно. Вот это круче рулить могут. А у меня на старте машина ужас. Зато потом. Зато потом. Я ему сделаю на туре. Ой, что, мы сфотались? Вот я лошара, я даже не видел. Ну, он по секреткам скотобаза ездит. Окей, тут главное выбить, закись выбить. Первое место не особо важно, тут главное ехать четко. Главное четко ехать. Без сброса скорости и в нужных моментах вот так делать. И первое место не заставить себя ждать. Да его мы тоже догоним так. Ух. Скорости приличные. Так, надо сохранить закись.
на потом. Оу-оу. Оу-оу. Так. У нас высокая подвеска, насколько я помню. Здоровски помогает вертеться. Так, сейчас надо вот так зайти в поворот. Вот так им сделать. И закись. Не знаю, правильно я сделал там, что подломил его. Ну, попытался, во всяком случае. Блин, это паскуда сейчас будет. Не, я смотрел, он тоже секретку не проехал. Ну и дурачок. Так, ну, Dodge Viper, у меня нету цели у него его украсть. Так, дрэк. Дрэк. Вот дрэк — это уже другая тема. Тут надо, блин, привыкать. Так, сейчас только стат. Так. Настройки. Посмотрим настройки. Дорожный просвет в мин... Хотя нет, не травка. Фиг с ним, пусть будет. Тормоза плюс. Управляемость так закисядан. Турбонаддув. В принципе, да. Все окей. Так. Shift у нас переключать. Знать бы, он сейчас врезался там или нет. Наверное, все-таки врезался. Он бы меня обогнал, наверное, уже. Нет, тихо-тихо. Тихо-тихо. Да, он меня бы обогнал. Авария у него сейчас там, поди. Да? Не, нифига гады не показали. И роды. Так, и что у нас тут последняя гонка? Я не помню уже. По-моему, обычный спринт, да? Да, слава тебе, господи. Интересно, чувак попрощается с тачкой? Али нет. Попрощается, али нет. Текс. Топим закиски. Закиси втопим. Кстати, это в четвертой списке. Ай, да чтоб тебя. В четвертой списке уже. Скоро финал. О, да. Не понял. Блин, тут еще эти фотки гребаные. А-а-а, черт. Хотя, с другой стороны, в принципе, нормально. Че уж. Че уж тут. Да, вот это тоже было нормально. Так облажаться, блин. Гребаная секретка. Как раз то самое место, где она совсем не секретка. Текс. В принципе, мы не намного от него отстаем, поэтому сейчас хороший поворот. Да. Отлично. Он там, по-моему, врезался вообще, да. 100 километров только выжил. Это нам на руку, черт побери. Хоть бы он туда же поехал, врезался в эту машину и остался там навечно. Чё-то поздно я закись выдаю, если честно. Не-н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 е. Ни в коем образе. Последнее время? Как так? Ой, блин. Вот это я последние две облажал, наверное, и все. Последние две облажал. И пошло все через опу. Сейчас по секретке не надо будет ехать там, потому что она вроде как и сокращает, но тормозит при столкновениях очень сильно.
А тут нам итоговую скорость важна очень, поэтому... Поэтому, без поэтому, вот, и мы не поедем по секретке. Идем нафиг отсюда. Шапка. ...254, а тебе сломо? 229, я знал, что слабо. Вот теперь, по-моему, ему ничего не светит. Я прошел четко все повороты и все косяки прошел тоже, хотя он не намного от нас отстает, правда, по скорости. Сейчас главное тут все четко сделать. 276, да, больше, по-моему, чем было. Мы почти вдвое его опережаем сейчас по скорости, уже 77%. Все окейшки, прям окей. Так, вот тут... Да... О, 300 вообще, можно до финиша теперь не, до... не ехать спокойно уже. Тут он уже ничего нам не сделает. Фуф, ну теперь все окей. Наконец-то. Побили. Let's move, ну да. Прям let's play. Так, поздравляем. 2 жетона. Ну, центр, машина, край, машина, деньги, машина, ну ладно, ну окей, чё. Вот, троечка, Маккри, это один из приспешников того засранца Aston Martin DB9, та самая, которая мне понравилась по виду. Давай, давай, понтуйся, чувак. Порву как тузик грелку. И тачка не поможет. Блин, ну как бы я хотел сейчас у них всех отобрать тачки, просто из принципа. Вот у этих троечки. Как-то так. Окей, ваши дела, это ваши дела. Сказал Кэп. Блин, до сих пор не открыли мне движок максимальный. Чтоб вас... Чтоб вас, гадя Петровича, хреново. Не хотите мне движки отдавать? Так, ничего что ли не дадите? Ироды. Да, на эту тачку ничего не дадите. Ну ладно. Выйдем тогда с этого магазина и больше не приедем. Вот. Спасибо, друзья, что смотрели. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Ичи. Всем пока.